Thank you.
4 апреля национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслыхаты Туркменистана, уважаемый Гурбангулы Бердымухамедов, с официальным визитом прибыл в Республику Таджикистан. Церемония официальной встречи высокопоставленного гостя прошла на территории Дворца нации, которая была празднично оформлена в честь приема гостя. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, тепло и искренне встретил национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслыхаты Туркменистана, уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова, и пригласил его на почетный подиум. Мухтарам пешвой милли халки туркман, раиси халк маслихати туркманистан, батальон караули фахри, ба муносибати ташрифи расми шумо, ба сарзамини джумхури Таджикистан, саф ороста шуд. Командири батальон караули фахри, подполковник Хофизода. Председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Али. Председатель Маджлиси Мамой Андагал, Маджлиси Али. Премьер-министр, руководитель исполнительного аппарата президента. Thank you.
4 апреля во Дворце нации после завершения официальной церемонии приветствия состоялись переговоры Таджикистана и Туркменистана высокого уровня в рамках официального визита национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслихаты Туркменистана в Республику Таджикистан. В ходе официальных встреч и переговоров президент Республики Таджикистан и лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана, в атмосфере дружбы и взаимопонимания обсудили все аспекты межгосударственных отношений двух стран и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Добро пожаловать, дорогой друг, брат. Сотрудничество с Туркменистаном занимает приоритетное место во внешней политике нашего государства. Отрадно, что сегодня наши взаимоотношения достигли высокого уровня, особенно торговой, экономической, гуманитарной сферы. А сегодня готов обсудить с вами состояние, перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы. Еще раз, шомадет, бородарь азиз, дорогой брат, друг. Так, еще раз и желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Уважаемый Мушарипович, прежде всего, позвольте выразить вам искреннюю благодарность за ваше приглашение посетить братский, дружественный и гостеприимный Таджикистан. Я также хотел бы передать вам самые мои наилучшие приветствия и успехов от его представительство, президента Туркменистана, вашего спасибо. Младшего брата Сергея Мурадалиевича. Поэтому еще раз я хотел бы выразить вам признательность за тот визит, который был в том году. Мы очень много обсудили на перспективу между братскими странами. И большой пакет документов подписали. Может быть, даже наш сегодняшний визит будет в свете продолжения наших обоюдных идейных и перспектив. А так я хотел бы тоже сказать то, что особенность за годы независимости между Туркменистаном и Таджикистаном. Ну, вы знаете, сложились чисто братские, но они на фоне всегда взаимоуважения, взаимодоверия, самое главное, открытости. Да, и как вы сказали. И мы за эти годы наработали солидный опыт и в политике, и в наших торгово-экономических, и культурно-гуманитарных вопросов. И говоря о политических вопросах, ну, я должен вас поблагодарить, мы признательны на последней резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Наш уважаемый президент выдвинул, чтобы 2025 год наименовать годом, международным годом мира и доверия. Вы не только нас, как братья, поддержали, но и являетесь соавтором, чем мы вам глубоко признательны и благодарны. Это большое дело не только для братских стран или регионов, но и на международной арене. Если говорить о торгово-экономических вопросах, ну, мы рады то, что между нами функционирует межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. И как раз-таки в период
визит уважаемого президента. Наша межправительственная комиссия создала дорожную карту. Она сегодня осуществляется по плану. Если надо вот какие-то доработки, уважаемый президент передал через меня. Мы могли бы и посмотреть ее в свете нашего визита. А так карта идет по пути осуществления в сфере повышения оборота между нашими странами в товарообороте. Культурно-гуманитарная сфера, ну, мы все-таки братья и много в этом свете делаем. Позапрошлым году очень на высоком уровне прошли дни культуры Таджикистана в Туркменистане. Да. Ну, для нас, я откровенно скажу, они были поучительны. Сближение деятелей искусства, целого литераторов. Все они творческими своими мыслями обменялись. И я рад тому, что именно во время нашего визита проходят и дни культуры Туркменистана, Таджикистана. Вчера открыто. Да, чем мы вам признательны. Вы, наверное, знаете то, что в этом году исполняется 300-летие нашему мыслителю, философу, поэту Мактум Кулифаги. Уважаемый президент, он отправил свое приглашение. Оно будет проведено в октябре месяце. Ну и он был как раз-таки совмещен с саммитом глав многих других государств. Но вы, не обольщаюсь, всегда были и будете самым почетным гостем для нас. Мы с нетерпением вас ждем на этом нашем юбилейном празднике. Поэтому там как раз-таки будет и парк, посвященный поэзии. И там же будут, значит, скульптуры других наших братских стран, в том числе и ваш один из поэтов будет тоже, наверное, вместе даже можем открыть его скульптурное изображение в этом парке. То есть я хочу сказать, что все осуществляется, ну, как говорится, мы сказали, по нашим братским отношениям. Ну и потом, мне, наверное, посчастливилось, потому что я сегодня у брата в гостях в месяц Рамадан. Поэтому, чтобы мы сегодня никакую бы тему не поднимали, это, наверное, будет только на благо наших народов. А тем более завтра, ну, мы говорим на другие языки, а так это день благоденствия. Как я сказал, что это тоже святой день для всей, наверное, мусульманской элиты. И чтобы мы сегодня, завтра, по кому ни пришли бы по общему вопросу, это же, конечно, будет и на благоденствие. Не только для таджикского народа, но и для всех народов. Я также хотел бы выразить вам искреннюю благодарность и от себя, и уважаемого президента за тот ваш, ну, огромный личный вклад в укрепление узла дружбы между Туркменистаном и Таджикистаном. Конечно, хотел бы пожелать вам очень больших успехов. Много сделайте государственной деятельности, крепкого здоровья, а самое главное народу, братскому народу Таджикистана. Еще успехов, благосостояния и процветания. Большое спасибо. В ходе встречи была подчеркнута важность продолжения регулярного политического диалога на всех уровнях и названо важным дальнейшее активное развитие торгово-экономических отношений в интересах обеих сторон.
ходе беседы стороны обсудили вопросы развития и расширения связей в перспективных отраслях нефти и газа, химии и металлургии, кооперации промышленности, сельского хозяйства, транспорта и грузоперевозок. Было названо важным расширение межрегиональных отношений путем расширения сотрудничества между субъектами и установления связей между городами-побратимами двух стран. На встрече также были обсуждены вопросы укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по координации сотрудничества в рамках региональных и международных организаций и дальнейшей поддержки глобальных инициатив друг друга. Было уделено внимание вопросам обеспечения безопасности региона и укрепления сотрудничества соответствующих структур двух стран, в том числе в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Также состоялся плодотворный диалог по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. После завершения официальных встреч и переговоров Таджикистана и Туркменистана в присутствии президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслыхаты Туркменистана, уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова, состоялась церемония подписания новых документов о сотрудничестве. Стороны подписали. Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2024-2025 годы. Соглашение о сотрудничестве между Центром повышения квалификации и переподготовки сотрудников Дипломатической службы Министерства иностранных дел Республики Таджикистан и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана. Соглашение между исполнительным органом государственной власти города Худжанда Сагдийской области Республики Таджикистан и Хокимликом города Аркадак Туркменистана об установлении отношений городов-побратимов. Соглашение о сотрудничестве между Комитетом по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан и Министерством строительства и архитектуры Туркменистана. Меморандум между Институтом геологии и сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана и Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана.